Бизнес-новости на 7News. С вами Жанна Алпызбаева. Нефтяному рынку восстановиться все еще не удается. Цена на Brent колеблется в районе $51 за баррель. Американский WTI закрепился у отметки 49. Несмотря на то, что в течение дня эталонные марки пытались расти примерно на 0,5%, мировое сообщество предсказывает снижение цен на черное золото еще на $10. Так, по прогнозу аналитиков Банков Америка Merrill Lynch, Brent в краткосрочном периоде подешевеет до 40 условных единиц, а WTI до 35. Таким образом, 2015 год станет для рынка энергоресурсов минимальным с ценовой точки зрения. А это, по словам экспертов, значит, что либо странам ОПЕК придется снизить добычу, либо другим государствам-экспортерам. Российский рубль пытался сегодня подняться на утренних торгах на ММВБ. Российская валюта выросла на одну позицию, однако в Казахстане ей сегодня укрепить свои позиции не удалось. По отношению к тенге курс рубля составил 2,93. В западно-казахстанском филиале Национального банка заявляют, такого не было даже после девальвации 2009 года. Не повлечет ли за собой очередной шопинговый ажиотаж? Экономисты заявляют, в этот раз казахстанцам уже не удастся извлечь выгоду из ситуации. Изменение курса рубля в сторону понижения, естественно, вызовет увеличение импорта из России. Но в России значительно выше инфляции, сток уже весь распродан. Поэтому в ближайшее время цены подравняются с нашими, особенно по товарам, которые не производятся в России или производятся из импортных составляющих. На казахстанскую экономику влияние носит краткосрочный характер, пока российская инфляция не сравняет цены. Ранее в Национальной палате предпринимателей предлагали ограничить товарооборот со странами ЕАЭС, чтобы защитить отечественный бизнес. Однако эксперты ставят эту идею под сомнение, считая, что в данной ситуации сложно защитить наших товаропроизводителей административным путем. Но разработать комплекс мер по оказанию помощи некоторым отраслям необходимо. Например, с помощью льготного кредитования, субсидий и налоговых послаблений. О курсе валют на завтра. Напоследок доллар остался на прежней отметке 183.05, зато значительно сбавил евро. А у меня на этом все. Жанна, спасибо. Всего доброго.